На инновационных конференциях, которые можно назвать визионистскими, уделяется много внимания крупным, подчас кажущимся, утопическими проектам, таким как туннель Таллин-Хельсинки. Последний позволит превратить две столицы в настоящих ближайших соседей. Время путешествия будет составлять десятки минут, и по факту оба города станут настолько же близки друг к другу, как, например, Ласна и Мустамя. Новому объединению даже придумали имя – Таусинки. Но есть в планах и проекты, реализовать которые будет куда проще. Исследования показывают, что Таллину стоит обратить внимание на развитие велотранспорта. Авторы этой экспертизы из Тани, они сказали, что у Таллина имеется большой потенциал стать городом, где транспорт на велосипедах можно развивать хорошо. И тоже таким образом, что на велосипедах можно кататься круглый год. В идеале велодорожками планируется связать большинство районов города, и если ближе к окраинам города ситуация обстоит неплохо, то в центре еще предстоит много работы. Любой, у кого есть велосипед, прекрасно знает, что в центральной части города удобных маршрутов просто нет. В любом случае не стоит забывать о том, что город — это не только дороги и здания. Для того, чтобы Таллин был успешным, он должен быть еще и привлекательным, прежде всего для инвестиций. Здесь должна вестись научная деятельность, причем достойная мирового признания. Елена Горбачева из Таллинского технического университета уже с десяток лет занимается вопросом химического экспресс-анализа. На сегодня у нее уже готов коммерческий прототип. Именно ее инновации были примером того, что научные достижения вполне возможны даже в небольшой стране. Если говорить о видении будущего, то нужно вкладываться в науку. Первыми к нам обратилось Министерство обороны с первым заказом, анализатор, скажем так, использования химического оружия. Для того, чтобы разработать анализатор, который подошел бы им, у нас ушло без малого в районе 5 лет. И уже на этой базе мы смогли создать новые инструменты, которые мы смогли предложить и космическому агентству, то есть полностью автоматизированная система для анализа в космосе, есть ли жизнь на Марсе или нет. Да? А также у нас сейчас идет совместный проект с департаментом полиции и Министерством внутренних дел. То есть для них мы разрабатываем инструмент, который работник полиции мог бы взять с собой и на месте провести анализ, то есть использовал водитель какое-то наркотическое вещество или нет. Развитие городской среды не может быть, как прежде, неуправляемым процессом. Населенные пункты в более ранние исторические периоды возникали стихийно и также бесконтрольно росли. Именно с тех времен нам достались кривые и узкие улочки, например, старого города. Мы ими гордимся, но сегодня развитие города можно и нужно планировать на годы и десятилетия вперед. Сегодня в «Котле культуры» обсуждались как раз подобные долгосрочные планы, которые поначалу кажутся фантастикой, но нередко становятся реальностью. Ведь еще 10 лет назад и сам «Котел культуры» представлялся немыслимой фантазией, а сегодня в нем уже кипели идеи для будущего. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.